Морж, 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 имперский морж. Добрый день! Утро, вечер, а может быть даже и ночь. Значит, это Годзилла. Сегодня поиграю в мутанты, генетические войны. Это... А больше с вами увидите. В общем, здесь нам предстоит выращивать собственных мутантов и потом сражаться ими на арене. Вот у нас появилась такая милая женщина и говорит... Меня зовут Ева, и она говорит... Добро пожаловать, меня зовут Ева, и я один из лучших всех капитанов. Слушай моим советом, и ты скоро окажешься на вершине славы. Окей, теперь это лаборатория на крыше в своем распоряжении. Здесь ты сможешь создавать и тренировать мутантов. Для арены. А даром поможет тебе в этом? Следи за указателями. Ага. У тебя есть зомби и воин. Давай посмотрим, что получится, если их срастить. Нажми на центр разведения. Кстати, вот скрещиваем. В общем, мы создаем здесь своих гибридов. Вот такой вот у нас есть стрёмный зомби и такой крутой воин. У него на берсеркера Корн, а только слегка голова. Ладно, давайте-ка их скрещиваем. Время, но я заплатила Дарвину, чтобы делать этот процесс мгновенно. В следующий раз тебе придется решать, платить или ждать. В данный момент у тебя 250 баксов, используя их с умом. Пошли в центр разведения, забираем мутанта. Так, что мы получаем? Темный лорд. Каждый мутант наследует по гену от каждого родителя. Однако следует помнить, что различные мутанты могут владеть генетичным ДНК. Более того, порядок генов имеет значение. Различные комбинации придут к созданию различных особей. Окей. Инкубацию тоже требуется. В этот раз я и скор, чтобы у тебя было 3 монстра, готовы к бою. Итак. Темный лорд. О, назову-ка его Лич. Точно, Лич. Итак, Лич. Давайте-ка теперь будем надирать задницы врагам. Так. Слабый робот, слабый зомби, слабый воин. Да, конечно, у меня пока монстры слабые, но все же... Итак, сейчас Лич будет надирать задницы. Итак, fight. Раз, два, три. Зомбарь. Так. Ядовитый язык. Ага. Вот этого. Что же? Окей. Итак. Теперь давайте нашего берсеркера Корна используем. Нашинкуем ща просто. Шинковал. Так, Балрог! Выходит балок, Балрог и надирает всем задницы. Окей, Лич не успел надрать никому задницу. Бедный Лич. Он в печали. Трррррн, трррррн. Итак, у нас каждый получил. Окей. Плюс 5 слайм. Итак, плюс золото, плюс банк денежек. Угу. Итак, давайте-ка зомби. Давайте попробуем надрать зад зомби. Выбрать и в бой. Будем надирать задницу монстрам. Итак. Fight. Итак. Ядовитый язык. Бам. На! Фига он какой мощный. Ничего, у нас все равно хп больше. Итак, берсеркер Корна. Кто такой? Итак, Лич.
вперед! Лич мой, любимый лич. Да, он задрал зомби. Молодец, лич! Крутой чувак. Отлично. Окей. Отлично. Теперь вернемся в лабораторию. Вон. Так, держать, следующий список заданий. Так, мне тут оповещение пришло. Постарайся их выполнить. Ага, задание. Челлендж. Челлендж. Самым обладателем сектора киборгов. Так, магазин. Кыш. Просто тут муха летает. 5000 монет? Ну, и чё, у меня 103 тысячи монет? Это, в принципе, не так уж и сложно. Вот так, вот тут я его поставлю. Да! К слову, кто смотрел вот на канале Linko Game видео по Monster Legends, это игра наподобие этого. О, мои друганы играют. Так... Окей, робота. Мутанты. Какого можно купить? Санта-Клаус. Болотник. Джокер? Оу. Щит Калибур. Золотая бензиновая оса. Не, у меня пока ни на кого золота не хватает. Может, припасы, что-то. Так. Ага, сектор киборгов еще строится. О, лич ты, мой любимый чувак. Ладно, снова пытаемся надрать задницу врагам. И снова начнем сражение. Так. Идвит язык. На. Итак. Давай, берсерк, хорда, нашинкуй его. Так. Ничего, ща лич. Надерет тебе задницу. Окей. И снова ядовитый язык. О, Минотавр пришел и надрал зад. Берсерку нашел. Так, мы победили. Мы прокачались. Да. Это клёво. Не буду пока отправлять. Плюс 2 золота. Неси 10 тысяч единиц суммарного урода. Ксенархнит. Мы получаем, если надерём всем задницу. Ладно, всё-таки эта игра называется «Мутанты генетические войны». Так что отправимся в бой. Бой! Что ж, давайте же надерем задницы этим чувакам. Кстати, вот этого чувака. Слабо. Минус 25% здоровья. О, оба воинов бьют. Так. Нашинкуем. Что его? На! Ох, как он тут даже. Ха! Лич! Вот так вот.
на лича бузишь? Победа! Отлично! Окей! Итак... Нам нужно получить этого ксенархнида, поэтому будем сражаться. Робот! Подтвердим. Потому что нам пока не с кем просто скрещивать их. Fight. Сильно. Робота по косту уже. Ну да ладно. Половину его просто снесли. Нифига ж себе. А да ладно. На пятку получишь пятак. Все, получил пятак. На той же локал вообще сильно воздействует. Все, убил. Ща. На, просто. На-на. И вперед. Все, завалили зомбака. У них не было шанса против моих кулаков. Отлично, левел упал. Клево. Клево вообще. Окей. Новая способность. Новая способность. Новая способность. Отлично, мы получили еще один бонус. Ага. Вот у нас тут раб трудится. Какой чувачок тут работает. Ладно, ща мы, может, создадим кого-нибудь. Давайте-ка лича с воином скрестим. Что получится? Не буду ускорять, подожду. Ладно, все-таки ускорь. 14 минут ждать это довольно-таки долго. Cross-mutation complete. Так, кого мы получаем? Не, выбросим его. Хоть и мы просрали, но... Не. Давайте-ка ускорим. Окей. Магазинчик. Сейчас купим роботика себе. Он стоит всего лишь 500. Это довольно-таки дешево. Сколько ждать нам надо? Я хотел узнать, сколько ждать. 4 минуты, в принципе, быстро. Подожду. И вот, я уже ускорил все это дело. И получил робота. Назову его Мегатрон. И давайте-ка скрестим их. Мегатрона и лича. Скрестим. Окей. Что за монстротен? Я не понимаю. Я ничего не понял. Короче. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Ну ладно, думаю, на этом стоит закончить видео. Если вам эта игра понравилась, то я буду продолжать в нее играть. В следующем видео, я надеюсь, мы
крестим Мегатрона и Лича. Да. Ну, то есть, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, увидимся в новых выпусках. Всем удачи и всем пока!